С 18 по 22 января в Омской области прошло первенство Сибирского федерального округа по художественной гимнастике. Около 250 спортсменок из нескольких регионов соревновались в двух категориях по программам кандидатов в мастера и перворазрядниц. Спортсменки первенствовали во всех видах программы. Наши девушки представили яркие и содержательные композиции, отлично совместили динамику, сложность элементов и артистизм. В групповых упражнениях по программе кандидатов в мастера золотые медали выиграла первая команда Омской области. Виктория Хомякова, Полина Москвина, Алина Аверьянова, Анастасия Белоусова, Алина Ломакина и София Яковлева победили с отличным результатом – 63,500 балла. Мы сделали абсолютно все, что у нас было задумано. Все повороты, все равновесия, переброски, дорожки. Есть оптимизм и... Я думаю, к следующим соревнованиям будет все лучше и круче. Победную линию уверенно продолжила омская команда перворазрядниц. Ева Сулаева, Анна Бирич, Вероника Лебедянцева, Янина Янус, Елизавета Яндовицкая и Юлия Руденко блеснули слаженностью действий, чистотой исполнения, выиграли золотые медали с солидным преимуществом в 12 баллов. В скакалках у нас... Было так, то, что там менялись части, была одна музыка, потом другая. Мы очень долго готовились к этим соревнованиям, чтобы выступить хорошо и достигнуть такой цели, чтобы выступить хорошо, чисто. Еще несколько золотых медалей омички выиграли в многоборье и в соревновании по отдельным видам программы. Также призовые места заняли спортсменки Кемеровской, Иркутской, Новосибирской областей и Алтайского края. Первенство России пройдет в Москве.